Представляете, подходит ко мне белый пояс, тяжеловес, ну явно за 90. И спрашивает, а почему вы, фриксы, не снимаете схватки белых поясов 90 и выше килограммов? Помогите мне с ответом. Напишите ваш вариант правильного ответа в комментариях. Итак, мы на турнире Russian National Pro, Gi No Gi, и первое, что мы увидели, ну, сразу после того, как у нас проверили ПЦР, QR и прочие истории, недовольную родительницу, которая сказала, как же так, это же коммерческие соревнования, мы заплатили деньги, мой ребенок проиграл в первой схватке, и ему не дали даже второго шанса, за что мы заплатили деньги? Задумался, вышел на улицу подумать. У меня каждый год 10, потом я скидываю 10 и опять наедаю. Это традиция. Парни, простой вопрос. Какие ставки на абсолютку Брауна? Я уже все знаю, что будет. До финала дойдем. До финала, да. А там посмотрим. Восстанови осанку, ручки в таз. Экспресс-разминка называется. Достай ногу или протолкни ее туда. Протолкни двумя руками на него. На него. Ну что, Свя, качалочка имеет значение? Да, надо только качаться, и все. Все, качаемся, колем стероиды. Все, джиу-джитсу не нужно. Спасибо. Ну, Станислав, как оно выступается в России-то? Бля, гораздо дешевле, чем в любой другой точке планеты. Ехать никуда не надо. Вот еще в пятницу Ильфат Амиров разряжал в меня свои кулаки прямо мне в голову. А в воскресенье я уже здесь борюсь. Вообще идеально, как бы, формат тренировки. Просто я говорю, что пора зарплату повысить, а Альфат говорит, что я так много получаю, а ринг общий. Как дебют по Брауну? Хорошо. Я настраивался на чемпиона мира, но, к сожалению, Анатолий травмировал ногу. Пришлось отработать вот в одной схватке. Ну, а Брауна не будет? Не будет. Я только из-за него пришел снимать, не из-за себя. Я только из-за него приехал бороться, если честно. Как вы можете понимать, все спокойно, спорт без травм. Все шикарно.
Очень классно Дмитрий борется, очень постура есть у него. Дмитрий говорил что-то про легкий роллинг, но выходить на сырье роллиться – это абсурд. В целом взрослые выступали на строй, ноуги золото, кимоно два золота, в мастерах с бронзой. Из троих четыре медали. Дети, не знаю, много детей, не считал. Double gold, with love from Gajra Jiu-Jitsu. Детей много, там, ну, 6-7, может, чуть побольше. Она ледяная, у меня зубы зашли. Те, которые под коронками.